плохо у нас, потери большие. Вчера вообще конкретно фигачит. Колеса почти не осталось вообще. Есть у нас все. Не такое новое, как у них, но есть. Сталинских времен у нас еще работает. У вас есть хоть один тепловизор? Нету нифига. Дали ночник СССРовский, который 64 года, черно-белый, но вообще ничего не видно, пока Луны не будет. А когда Луна, и так видно. Я вообще вам фиг даже на Новый год позвоню. Нафиг оно мне надо. А что так? Потому что нет у меня желания звонить, нахуй. Слышать вот это все, то, что у вас там все неплохо, все вместе. И вы думаете, что, мне это нормально одному? Сынок, ну а что, мы можем пойти туда, нас кто-то возьмет или что? Нет, я просто придурок. Я когда мне повестку эту сказала, вот они позвонила, что есть повестка. И мне надо было ее не получать, я ее получил, чтобы тебе в глаза потом не тыкали, то что я сдуш, то что я не поехал. Это не наша война. А другие вон не поехали и ничего. Я просто не понимаю, с фигов она так должна быть. Что мне эта Украина хорошего сделала? Или что она мне хорошего сделает? Да нифига. Почему мы должны за них тут гибнуть? Через 5 лет скажут, то, что Путин плохой, и мы плохие все. Скажут, то, что мы не должны были тут находиться. И вообще, я думаю, по документам нас даже здесь и нет. Столько, сколько нас на самом деле. Наемники эти скотины беспонтовые. Польша вообще твари. Они лютуют из-за того, что они прочирают города. Им нельзя отступать, они лютуют из-за этого. Нет, они Украину хотят на части порвать, просто Запад. Поэтому они свои войска сюда толкают, чтобы потом оторвать кусок от Украины, когда все закончится. Потому что у Зеленского не будет средств отдать им обратно. Вся западная Украина отойдет к Польше, я слышал.